против Иннокентий, компания Комп. Какие проекты вы свернули во время кризиса и особо интересует вот ЦУМ? Планирую, что ЦУМ будет перестроен, вот время идет, ЦУМ не меняется. Ну, за исключением постройки, скажем так. Значит, если вы помните, ЦУМ стоял затянутый, как что-то не в клетку, да, в чехол. Многие даже стали с нас брать пример. Грааль, по-моему, до сих пор стоит на Красноярском. Тоже новое слово в архитектуре. Поэтому какие-то изменения все-таки произошли. Что касается там глобальной реконструкции, то тоже была идея тех там 2007 года, это, не знаю, там идеи, что называется, перли, и энтузиазм было хоть отбавляй. Действительно, там была у меня мысль сделать на месте ЦУМа что-то типа охотного ряда в Москве с большой подземным пространством. Там идея была от существующего здания ЦУМа до главпочтамта под Ленинским. Значит, сделать помещение в два уровня, там нижний парковочный, верхний, как такая галерея торговая, прогулочная, сделать там большой стеклянный атриум на аллее Ленинского проспекта, одну выше Димитрова, другой этот купол ниже Димитрова, захватить остановки, то есть все углы запустить туда, сделать подземные переходы, там, причем тогда еще не было этих заборов, и достаточно такой опасный был участок. Была идея туда запустить людей, в том числе для безопасности и так далее. Идея была красивая, очень много времени и сил на нее было потрачено, масса проработок была сделана, как раз со Шмидтом мы это делали. К сожалению, все уперлось там как раз в земельный участок и возможность что-то сделать под проспектом Ленина. Тоже там, это, не знаю, там 2 года, наверное, мы на это убили. Но, к сожалению, там результат это никак не дало. Поэтому попутно за это время появились там тот же сначала стадион «Локомотив», потом «ВАМС», и, соответственно, там на сегодняшний день уже точно никакого смысла в такой глобальной реконструкции нет.